Всем здравствуйте! Сегодня мы будем изготавливать на зиму борщевую заправку. Нам потребуются помидоры, перец болгарский, перец острый, лук, чеснок, свекла, морковь. Из приправ нам нужен будет лавровый лист, перец черный горошком, сахар, соль, уксус и растительное масло. Рецептов приготовления борщевых заправок очень много. Я беру те ингредиенты, которые я обычно добавляю в борщ. Перцы, чеснок, лук и томаты пропускаем через мясорубку. Морковь и свеклу натираем на крупной терке. Можно тоже через мясорубку пропустить, но мне больше нравится, когда потерто на терке. Складываем все в глубокий таз. Добавляем несколько лавровых листов, перец черный горошком, солим. Посолить нужно больше, чем по вкусу, чтобы было посоленее. Не сильно солено, в меру. Сахара ложечку, 2 столовых. Столовую ложку уксуса 70%. И масло растительное, примерно стакан. Все это перемешиваем и ставим на огонь. Борщевая заправка у нас закипела. Будем ее варить в течение часа, периодически помешивая, чтобы она равномерно проварилась и не пригорела. Пахнет уже очень вкусно, можно начинать есть большой ложкой. Через час наша заправочка готова, она вот уварилась, лишняя влага из нее ушла. Раскладываем ее горячую по стерилизованным баночкам. Баночки не забудьте обязательно простерилизовать. Банки закрываем железными крышками. Когда остынут, отправляем их на хранение. Переворачивать их не нужно и шубу им делать не нужно. Укутывать, то есть их не надо. Я надеюсь, вам понравится эта заправочка. Пока-пока!